Конкурс «Дети читают стихи» в одни ребенка в один, а второй класс. Обелиска застыли, ели в карауле, синее небо мирно воясно. Идут года в тревожном гуле, осталась далеко война. Но здесь, у ранней обелиска, молчание голову склонив, мы слышим грохот танков близко, рвущих души в бок разрыв. Мы видим их солдат России, что в тот далекий грозный час своей жизни завладели. За счастье светлое для нас.